На основании. Основание? Причина остановки. Да. Причина остановки — это индивидуальное нарушение. Какое? У вас нужно включить свет фары. А ну-ка сейчас посмотрим. Нет, может, не может. Видео, фотофиксация есть. Сначала свое удостоверение. Это первое. Второе. У меня нарушений не было. Да не надо проверять документы. Должны быть основания для проверки документов. Поближе я должен зафиксировать это все. Я не вижу ни фамилии. Что это лишнее? Какие-то... Что это? Это не является вашим служебным удостоверением. Так, Сушков Виталий Анатольевич, инспектор, руку уберите. Инспектор ДПС. Так, лейтенант полиции. Номер 049975. Инспектор, встаньте вот сюда, пожалуйста. Не хочет под камеру попадать. Инспектор, вы куда делись? Инспектор, я снимаю для того, чтобы вы не могли нарушить мои права и законы Российской Федерации. Я не буду ваши права. Вы уже нарушили, инспектор. На каком основании вы меня остановили? Было визуальное нарушение. Видео, фото, фиксация у вас есть? Покажите. Несите сюда. Несите сюда. Я не обязан выходить из машины и не буду выходить из машины. Что я обязан? Вы свои обязанности знаете, инспектор? А? Инспектор? Смотрите, все ваши ответы будут рассматривать не я, ваше начальство. Я обязательно это видео отправлю в ваше УГБДД, в Краснодар. И тогда вы будете совсем по-другому петь. Но почему вы такие, я не понимаю, вы почему нарушаете постоянно наши права? Кто вам давал это право? Я плачу тебе зарплату, не Путин и Медведев. Еще раз повторится, инспектор, смотри, геморрой будет у тебя. И большой. Мы платим реально.